Я не знаю, у вас так же или нет, но у меня, если они что-то теряют, ты никогда в жизни не найдешь. Я поэтому не люблю, когда заходят в мой кабинет и чего-то переставляют, да? Я оставил тетрадь в кабинете и, в общем, уперли как-то случайно, намеренно. Я не знаю, у них всегда получается как-то ненамеренно и случайно, но потом ты не найдешь ничего, да? То есть тетрадка – это с тренинга, и там очень, здесь много очень записей. Здесь наброски вот этого, как сейчас говорят, марафона. Но марафон, честно говоря, мне набил уже оскомину. Почему-то все называют свои онлайн-тренинги марафонами, но сделаю чуть иначе. И в названии этот я даже буду... Я, знаете, я заметил, что люди даже после тренинга или после индивидуальной сессии не могут самостоятельно проработаться. Их надо, чтобы кто-то подпинывал, да, или были какие-то обязательства. Поэтому для тех, кто очень организован, кого не надо пинать, будет отдельная там как бы такая прослойка людей, которые будут заниматься этим тренингом самостоятельно. В течение 40, он будет идти 40 дней, как раз по количеству дней, которые вы будете писать письма прощения. И будут задания на каждый день, небольшие, они не будут сильно грузить. То есть писем прощения вам хватит вот так. Аффирмации слушать там, ну как бы это. И будут задания, сегодня сделай вот это, сегодня обрати внимание туда. Потихоньку, в течение 40 дней мы будем изменять ваше сознание. Вы будете больше прислушиваться к себе. Там будет очень много таких прорывов небольших. Будет колбасить, будете в группе там где-то делиться с кем-то друг с другом. Или в эфир будем выходить. В общем, придумаю, как сделать так, чтобы было максимально комфортно, по моему пониманию, потому что я понимаю, что сегодня очень много психологов, коучей выходит с такими программами, но я думаю, что мы будем отличаться. Будет колбасить, будем прорабатывать эмоциональные блоки, запишу какие-то медитации, запишем какие-то дыхательные практики, которые вы будете делать самостоятельно. Вот, это для тех, кто не проходил, и будет для тех, кто проходил, будет для тех и для тех будет очень полезно. И это будет прям доступно. Я думаю, что очень много людей смогут это себе позволить. Поэтому единственное, видите, я перфекционист, я хочу сделать прям сразу правильно, сразу как мне нравится, да, и сразу сделать так, чтобы сделать сразу хорошо, чтобы это сделать и забыть, и отдать это администратору, который будет это все вести, вот, который будет вам скидывать ссылки на видео и давать вот эти вот задания, но там буду везде я как бы участвовать, я буду присутствовать, я буду участвовать, иногда я буду какие-то вещи подсказывать, но в основном это будет самостоятельная работа, это не для того, чтобы... Эта вся информация это не закрытая, да, но она вся разбросана по кусочкам, и мы это будем собирать, соберу я сейчас это все в один какой-то такой конструкт, в котором вы будете это вот вариться, в моей интерпретации, да, вот, и все. Будет несколько пакетов, будет, ну, как я пока предполагаю, да, я думаю, что к концу сентября я это уже все рожу, то есть это уже будет, ну, как бы... практика, которой мы будем заниматься. Да. Вот. Что еще? Вроде пока вот все. Это вот пока то, что сейчас актуально, то, что меня парит. Я специально это вам говорю, потому что охота, чтобы у меня были какие-то обязательства. Да? Потому что я себе там, ой, что-то лень, там, ой, что-то это, да, но это программу надо написать, это надо потом записать видеоматериал, чтобы было его побольше, и вот, и я не знаю, будет это ли профессиональная съемка, будет это, буду я как-то это иначе делать, но, в общем, я сделаю, да, то есть я выделю себе прям там неделю, которой я займусь, и я этот тренинг все-таки рожу. Тема будет та же, эмоциональная свобода, мы будем высвобождать свои обиды, прощать, будем прощать родителей, будем прощать детей, мужей, жен, братьев, сестер, в общем, друзей всех. В общем, это будет такое комплексное
Вот очень часто говорят, а можно самостоятельно? Самостоятельно можно, но мне кажется, лучше под каким-то хотя бы мнимым контролем и с человеком, который этот путь уже прошел. Поэтому будем этот путь проходить вместе с вами. Вот. И я думаю, что соберу народ, будет отдельно еще сделаем рекламу, сделаем какую-нибудь акцию, там разыграю там чего-нибудь этот, чтобы в Инстаграме как-то активность поднимем и оттуда вытащим. Очень плохо идет что? Эфир плохой. Обида вообще, да, приводит к болезням, и здравствуйте, тоже рад, и это будет очень, как сказать, обида, чтобы до болезни дошла, это надо сильно очень затупить, это нужно просто себя подавить, убить и вот просто кончить, наверное, не знаю, как сказать по-другому, потому что когда обида выходит в болячку, ну, было очень много звоночков до этого, и ты просто не обращал на это внимания. Поэтому он начинает тебя бить, детонировать где-то. Я не знаю, насколько будет лучше в Wi-Fi или это вот наш интернет алматинский. Я не знаю, как еще помочь, чтобы было лучше слышно и видно. Мирзаев, Кайрат, Лохотрон 100% это люди, которые все обесценивают. Им надо сожрать, да, это захейтить, там, свою агрессию какую-то там. Лохотрон, не лохотрон, хочешь с собой поработать, иди в YouTube, там все есть бесплатно, да, то есть не нужно никому ничего платить. Не хочешь платить, не плати. Вот поэтому, знаете, вот что бы человек ни делал, ему нужно обесценить либо себя, либо кого-то еще, и такие люди, они тянут на себя внимание, не хотят, им на самом деле не хватает любви, они начинают просто так говнить. Ну, говнят и говнят, ничего страшного. Здравствуй, у меня все нормально, не зависает, все хорошо слышно и видно, супер. Вот. С депрессией очень важно прорабатываться, да, то есть это нужно прям вытаскивать, это нужно дышать и кричать, это нужно выплакивать, с этим очень важно работать, потому что депрессию оставлять на самотек или ой, потом пройдет, нельзя. Вот. Поэтому лучше прийти, прорабатываться, проплакиваться, прощать прям людей, писать писем прощения, агрессию свою скидывать, да, куда-то. Я, допустим, уже долго не был в спортзале, у меня прям накопилось очень много агрессии внутри, и я уже не могу. Я сбрасываю свою агрессию в спортзал. Ну, честно, да, то есть хожу в этот и бью грушу. Это происходит у меня где-то раз 5 в месяц. Таких тренировок, где час я стою и бью этот мешок просто. И вот. Сейчас это начинает все киснуть, потому что мой спортзал сейчас на ремонте, где у меня абонемент. И у меня немножко сейчас такой я немного сдавленный, еще погода там вот этот, поэтому это дает о себе как-то знать, да, то есть. Некоторые, ну, вот сейчас накричал на жену, на детей, на всех, то, что они из-за этой тетради, да, но она реально ценная, и я не люблю, когда у меня в кабинете начинает что-то это вот. В другой день, может быть, я и сдержался, но сегодня я как-то не получилось. Потому что я предупреждаю, чтобы они не трогали мои вещи, но это у девочек плохо получается с этим. У моих, во всяком случае, не знаю, так у всех или не у всех, но у моих получается плохо. Это вот, чтобы, знаете, снять напряжение, я вам рассказываю то, что меня сейчас парит. Сейчас я рассказал, мне легче, и я готов работать уже, ну, с вами.
Вот, то есть я не всегда в хорошем настроении, я очень тиранично, что ли, в быту, или как-то, я не знаю, я, как сказать, я в быту, в общем, невыносим, да, я не знаю, как меня жена терпит, но я прям, было видео, где вы помогали мальчику со спиной, сейчас вы занимаетесь этой практикой. Спину я, на индивидуальных сессиях, когда просят, я ставлю, отдельно спину, просто, когда мне говорят, просто давайте сделаем спину, я не люблю эти вещи, потому что оно слетает все равно. Хорошо, когда так, хорошо, когда рядом близкие люди всегда знают, что уже нервы на пределе, понимают, не трогают меня. Но это миф на самом деле. Когда нервы на пределе, они вас не трогают, это, знаете, это такое, вы сидите и ждете, когда вы же взорветесь, да, и вот и какая-то находите причину, это взрывается. Вы не можете долго держать агрессию или раздражение свое. Вас все равно кто-то ковырнет, и вы это выплесните. Поэтому очень важно самому там где-то взять, прокричаться, побить грушу и успокоиться. Если работа не склеивается, это по-разному у всех склеивается, не склеивается работа. Это ну, разные причины, поэтому... Бывает тебя колдуют, бывает ты сам не хочешь ничего делать, бывает просто депрессия, то есть ну, по-разному. Так. Гульянур, что-то не получается, не понял, не увидел я, что там не так. Так, здесь в Ютубе хорошо слышно, здорово, как можно к вам попасть? Попасть в эфир или куда, если вы... Вот. Здравствуйте. Добрый вечер. Еще раз, вас зовут правильно, просто я не знаю. Айнура. Ай? Айнур. Айнур, а. Все, Айнур, понял. Вот. С чем работаем, что делаем? Не знаю, поезд. Не бойтесь, я до вас не дотянусь. Угу. С чем пришли? Состояние свое расскажите, с чем будем работать и что делать? Мне скрыжет беспокоиться. Грыжа в спине у вас или что? Да, да, да. Отдел какой? Где именно? Позвоночек. Копчик где внизу. Копчик? Там раньше 3 миллиметра было, а сейчас 5,8. Обычно это в пояснице или в копчике? Это два разных отдела. Поясница, поясница. Поясница. Ага. Грыжа в пояснице или вообще боли в спине, вот именно район поясницы, это говорит о том, что это, в общем, нехватка денег, основная задача, и нехватка секса. То есть это или избыток, но это какой-то перекос, это дисбаланс, да? Либо с деньгами, либо связано с сексом. Обычно это все вместе. Вот. Поэтому это ведет к депрессии, это ведет к агрессии, это ведет к обидам, да? К раздражительности, то есть это все оно потом тянется друг за другом. Если у вас это уже грыжа, это у вас, значит, симптомы эти уже давным-давно. Дышать будешь? Да. Хочешь? Поработаем? Боюсь. Женикам, привет. Дышать будем, просто дышать? Ты, в общем, этот, ставь телефон так, чтобы руки были свободны. Закрой глаза, просто подыши. Но чтоб я тебя видел, ладно? Когда я буду обращаться к тебе, Айнура, я буду обращаться по имени. Когда я буду просто так болтать, я тогда буду без имени, ладно? Все, что начинается со слов Айнура, сделай вот это, или там Айнура, это про тебя. Все остальное я болтаю просто так, это тебя не касается. Хорошо? Закрываю глаза, руки опусти, чтобы они были расслаблены. Вдох через нос, выдох через рот, просто дышим глубоко. Ты там никого не напугаешь? Давай. Нет, нет, я закрыла дверь. Ага.
Вдох через нос, выдох через рот, выдыхай. Дышим. Еще глубже. Дышите вместе с ней, плачьте, да? Нормально это. Вам ее энергия не идет, не переживайте. Вы можете только на свое срезонировать. Закрой глаза, дыши. Дора. Дыши глубоко. Глаза не открывай. Скулы сводят, да? Агрессия это твоя. На стене будет недавно сессия, записывайте. Запишите в директ, я отвечу вам. Иди на WhatsApp. Я покажу, что не выворачивает руки, скучится бедные, губы сворачивают больно, уже делают руки, все еще больно. Это магия у вас. Делайте. Если есть возможность прийти на сессию, придите. Если нет, тогда делайте через... Единственное, там надо перейти в этот порог. Да? То есть больно-больно, плохо дышит, вас должно отпускать. И вот вы пробиваете вот эту вот пробку энергетическую. Оно это очень доброе. На тебе все пашут. В тебя плачут все. Ты всем помогаешь. Тебя можно пользовать и в рот, и в тарку, вот честно. Ленивый тебя не пользует. С мужчинами ты почему-то боишься, да? Ты замужем, не замужем, да? Замужем? Нет. Ага. Давай. Боишься мужиков почему-то? Давай, еще вдох. Да, все, подходите. Ага. Дышим. Давай, но. Ну, сейчас плакать будешь, давай выплакивай. Давай потихоньку. Боль плакать изнутри. Наплевали же всех душу, но. Ну, давай, давай, выпускай. Пользуются, видно же. Ты же со всей душой к ним. Они тебе в тебя плюют. Давай. Смеяться охота смейся, если. Если плакать, то плачь. Держать охоту, да? Не знаю, не знаю. А? Не знаю. Давай, давай, нормально. Просто смеяться хочу. Смейся, смейся, хорошо это. Здравствуйте. Давай, Эльнура, смейся. Между слезами и смехом нет никакой разницы. Там очень тонкая грань. И то истерика, просто смех приятней. А слезы они такие. Выплакивай, давай. А, вот так.
Ну, посмотри. Вот так молодец. Давай. Вот так мы тоже. Ага. Что происходит? Трясется. Трясется? Ага, дыши, дыши, нормально. Давай, давай, давай. Давай, 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 выпускай вот эту дрожь, все, выдыхай. Холодно становится, да? Ага, дыши. Это страх смерти, это ты где-то умирала, я не знаю. Какая ситуация была, выпускай. Брат умер. Давно? Да. Ты как-то рядом была? Нет. Увидела. А, за себя испугалась? Ага, выпускай, выпускай. Еще. Выпускай холод. Вот так. Вот так, да. Хорошо. Давай, давай, давай. Выпускай. Вот так. Давай, еще. Сейчас что чувствуешь? Все тело холодно вообще. Ага. А левая почка тянет, нет? Да? Ага. Да, там. Выплакивай, давай. Поплачь, тебе не плачь, тебя не отпускать. Выпускай холод, этот страх смерти выпускай. Даже было отчаяние, это было страшно. Вытаскивай. Не держи, не скажи.
слезы хорошо, плачь, слезы. У кого не менее, это тоже хорошо. А ну, дыши глубоко, давай. И представь, что ты это все выпускаешь прям. Ноги не скрещивай, руки не скрещивай, дыши. Еще давай. Выдыхает холод. У меня 4 года назад умер муж, после этого у меня тоже страх. Избавься, поставь. Так же дышите, сейчас сидите, поработаем, посмотрим, поплачьте. Рука онемит. Руки онемели? Вдох через нос, выдох через рот, так и дышим. Это можно индивидуально, можно самостоятельно, разницы нет. Просто когда вы доходите, надо, ну, вот, даже если у вас крутит как это, то потихоньку подышите тихо-тихо за часик, если самостоятельно. Но лучше, конечно, это, ну, хотя бы какой-то еще контакт был такой. Хорошо, нормально. Руки покажите, свернулись руки? Свернулись, да? Угу. Подушка есть рядом, нет? Куда включать? Взяла? Плачьте. Yes. Бери. Видишь, какая предусмотрительная. Бери подушку, просто кричи. Посмотри сюда. Руки отпустила? Нет. Еще кричи. Легче? Сильно онемит. Это левые руки. Онемит. Еще хуже стало? Да. А? Да, да, да. Еще один. Подушку говорю. Ори в подушку говорю. Не станет.
вот эта пробка прорваться должна. Ага. Как дела? Легче? Нормально. Амира, я тебя спрашиваю, легче или нет? А, руки холодно, все тело. Ага, да, ставь руки. Телефон, чтобы мы тебя видели, и опять дыши. Как дела, Инур? Хорошо, да? Да, спасибо. Легче вообще. Да. Как будто легче себя чувствую. Фух, вчера жара стала. Рассказывай, что с тобой происходило, что ты чувствовала, что ты сейчас чувствуешь, что, какая разница? Первый раз сильно холод было, потом трясло, потом холодно было, потом легче стало сейчас, жарко стало вообще. Угу. Классно. Руки все только что холодно было, сейчас жарко стало. Супер. Это жизнь пошла, это. Энергия пошла, поэтому тепло стало. Жизнь пошла, говорю. Энергия. Да. Эмоции как у тебя? Когда кричала, что чувствовала? Не знаю. Не знаю. Легче было. Ага. Ты почувствовала выход какой-то как... внутри? Как будто что-то из тела вышло? Как будто холод вышло. Ага. Нет. Какой-то первый раз холодно, холодно было, вообще холодно, замерзло. Как будто на улице хожу. Потом, когда кричала, потом легче стало. Рукой все онемело. Угу. Потом хорошо, что-то свободно, жарко стало. Здорово. Рад я за тебя. С тобой хорошо было? Спасибо. Быстро. Ты прям да, молодец. Классно. Спасибо вам. Пожалуйста. До свидания. Все? До свидания. Все? Давай, пока. Ага. Давай, до свидания. Ага. Вот. Еще раз всем здравствуйте. Я все за этим мерцанием наблюдаю. Происходит. Эффект наложил. Привет. Молодец, Айнура. В общем, понравилось мне с ней работать. Очень боится трав. Классно было все. Да, с ней вот быстро, знаете, очень
нравятся мне люди, которые понимают, зачем они приходят. Конкретно пришла, поработала, все, до свидания, пока, спасибо, все. То есть это прям круто, это как хорошо, что вы людям приносите хорошие эмоции. Большое спасибо. И вам спасибо, Айнура. Вот. Это, знаете, мне притча вот это нравится. Я на метаморфозах, Петр Осипов ее рассказывал, когда я был на метаморфозах, он говорит, приходит богатый человек, в общем, этот, к одному мудрецу, и думает, ну, все туда ходят, его все так благодарят, и надо это тоже благодарить, пойти. Но у меня вроде проблем нету, и я хочу к нему, в общем, как-то пойти. Он пошел, а у него стоит то, сколько даст денег, в общем, столько и дают. И говорит, проплатилось здорово. И он думает, пошел, взял два мешка золота, в общем, принес этому мудрецу, говорит, вот держите, это тебе. Он говорит, хорошо, поставь туда и иди. И он, в общем, сейчас я прочитаю, и он, в общем, уходит и такой думает, блин, меня как будто обманули, да, что-то я ему два мешка золота отдал, на это можно содержать там всю деревню, там, 2 года, да. А он, ну, что-то как-то, он, спасибо, и иди, даже не поговорил, да. Никакой благодарности, типа, что за херня вообще. И он год проходит, думал, этот богатый человек, и опять на следующий год идет к мудрецу, слушай, я тебе в прошлом году два мешка золота припер, да, ты меня кто-то отправил, не выслушал, ничего не сказал, ни спасибо, ни до свидания. Мудрец сидел, берет палку и по голове ему, когда тот такой, а, блядь, за что, что это за херня, благодарит дающий. Поэтому я вот вас благодарю за то, что вы вообще, ну, позволяете мне так проявляться, что вы выходите в эфир, что вы позволяете мне с вами, в общем, работать. Я вам за это очень сильно благодарен. Вот, теперь я готов дальше прочитать. Это по поводу благодарности, потому что вот, ну, я вам, честно, вы не поверите, я вам, наверное, я вам очень сильно благодарен за то, что вообще выходите ко мне в прямой эфир. Игорь, добрый вечер. Я передаю вам огромную благодарность от Валентины Бобровой. 3 месяца назад вы работали с ней онлайн. Она свободно дышит огромное количество грязи. Вы изгнали она изгнала из себя благодаря вам. Большое спасибо, Ирина. Валентине Боброва передайте большой привет. Я очень рад, что я оказался ей полезен. Я очень благодарен за то, что она вышла в эфир и мы с ней как-то поработали. Спасибо вам. Вот. Если есть люди, кто еще там готов, там давайте поработаем, кто в эфир хочет, в общем, выходите, поговорим, поработаем. Здравствуйте. Она молится за вас. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Вообще, да, можно всем, ну, здесь нет никаких ограничений. Единственное, когда вы выходите в эфир и хотите, чтобы с вами поработали мы, то вам придется мне доверять. Подготовьте своих близких, чтобы они не пугались. Возьмите подушку, да, возьмите салфетку, куда плеваться, там, возьмите пакет целлофановый. Ну, в принципе, должен быть телефон заряженный и должен быть стабильный интернет. Все. И этого достаточно для того, чтобы мы с вами поработали. Классно. Айнура, спасибо. Круто. Вот, что еще? Больше? Вы каждый день выходите? Каждый день я не могу выходить, потому что это достаточно отнимает очень много времени и сил, откровенно говоря. И я делаю это тогда, когда у меня избыток какой-то энергии, или когда есть желание пообщаться, или куда-то вот эту энергию деть, я, в общем, выхожу. Когда у меня работы очень много, тогда я не выхожу в эфир, потому что мне, откровенно говоря, не хватает сил. Но когда я отдохнувший, когда у меня нет, я выхожу. Вот. Поэтому
Заранее я никогда не говорю, я просто включаю, когда есть возможность и желание, включаю, работаю и все. Поэтому это нужно ловить. Там в настройках в Инстаграме есть там уведомлять о публикациях и об эфирах, да. Я вас всех прошу, когда читаете, заходите в Инстаграм или вот этот, лайкайте и поставьте. Если не знаете, что написать в комментарии, просто поставьте какой-нибудь плюсик, потому что это поднимает публикацию, я буду знать, что вы меня читаете. Потому что разница между лайками и просмотрами прям очень большая. И это... Потому что по лайкам ощущение, что никто не читает, а в общем, оказывается, читаете. Это что есть. Вот. Конечно, это тоже ваша энергия. И я вот сегодня пост написал, у меня 498 видео на Ютубе. Я из них где-то порядка 300, наверное, это за последний год. Это разные там, это прямые эфиры я снимал, это я снимал индивидуальные сессии, это я снимал просто мастер-классы, то есть разных видео, и штук 300. И это, ну, это большое, это занимает очень большое, это большое вложение финансовое и вложение времени своего, силы и работы. Поэтому YouTube, он не бесплатный, он не весь, да, то есть в хорошее видео снять это нужно заплатить деньги оператору, да, то есть операторы не работают бесплатно. Поэтому, а вот такие вот, которые между собойчики, вот прямые эфиры, они, конечно, ну, только требуют время. Так, благодарю. Я хочу, но стесняюсь выйти на прямой эфир. Я не знаю, но стесняйтесь, не выходите. И знаете, это все будет еще в Ютубе, это останется на века, да, то есть потом еще раз говорю, не звоните, не говорите, давайте там удалите. Я не удаляю видео никакие. То есть это одно из условий того, что я с вами работаю без денег, но я вкладываю в вас время и силы, но у меня остается контент, который я буду использовать в рекламном там продвижении. Даже русский язык, не знаю, выходило, не стесняюсь. У вас с русским хорошо, Айнура, вы нормально изъясняетесь, у вас достаточно понятно. Знаете, я раньше был, ну, как-то по поводу языков, когда я начал изучать английский язык, и сейчас я его до сих пор продолжаю как бы изучать, непонятно как, и я заметил, что англоязычные страны, они очень лояльны к нам, они хотят нас услышать, они нам с нами разговаривают. И я вам точно понимаю, что Айнура, вы по-русски говорите намного лучше, чем я по-английски, поэтому вы прям молодец. Игорь, благодарю вас, помогли высвободить ненужные внутренние силы. Были приятно с вами пообщаться. Надеюсь, что еще раз с вами встретимся. Удачи вам. Спасибо, Игорь. Зауре, супер. Молодец, Айнур. Игорь, вы крутой, ваш метод, правда, страшноватый. Это да. Все, что, знаете, эффективно и быстро, оно всегда будет неприятно и больно. Я хочу, но думаю, что кто-то больше нуждается. Спасибо большое вам. Скажите, пожалуйста, я как понять, что нужна практика? Спасибо вам, если никто не хочет, можно. Смотрите, как понять, что нужно или не нужно, это нужно всем. Нет людей, кому не надо. Я, честно, так, секунду, я не встречал. Блин. Так, у меня тут забастовка этого гаджета. Сейчас. Так. Сейчас мы еще раз вот так настроим. Все. Так, я продолжаю дышать. До сих пор не имеет левая рука. Дышите. Так. Не стесняйтесь, просто такой кайф морю по колено покажется. Это да, правда. Так, кто-то стесняется. Смотрите, вот 0,77 куб этот VVV, да? Если никто не хочет, можно мне выйти. Смотрите, давайте вот так, немножко анализа, и потом мы с вами... Я хочу, но думаю, что кто-то больше нуждается, чем я, да? Если никто не хочет, можно мне выйти. Это человек заниженный с очень самооценкой. Это я вот пока выстрелил от бедра, да, то есть это, ну, такое просто по переписке, чтобы вы понимали, на что обращать внимание. То есть человек себя не ценит, это раз. Человек, вот давай, сейчас ее позовем.
Потому что глаза в глаза будет намного, ну, эффект другой. Привет, вас зовут? Здрасте, Динара. Динара, как вы меня помните, так может важно, быть, я была у вас в апреле. А? Я была у вас в апреле. Была в апреле. Ты была на тренинге или была на индивидуальной сессии? На тренинге была. На тренинге. Так. И почему ты до сих пор задаешь такие глупые вопросы? Ну, не знаю, там просто как-то... Я вот все время выхожу в эфир, и все время у меня слезы. Я прям сейчас проплакалась опять. Здорово. Угу. Да. Так что спасибо вам большое. Динар, смотри, еще раз давай. К тебе сейчас вернемся, да? Мне очень приятно, что ты благодарна, но давай лучше поработаем, окей? Давайте. Мне как-то этот... Из-за чего ты думаешь, что ты не важна? Я просто не думаю, что у меня может быть ситуация настолько, ну вот в эмоциональном плане, как-то может быть, ну не настолько все плохо. Ну, тем более я у вас недавно была в апреле, как бы, и... Ну, мне кажется, что у меня не настолько все запущено, как вот я просто вижу в прямых эфирах девочки там, ну, совсем там. Жесткость бывает, да? Да, бывает такое, что просто ситуация очень тяжелая у людей. Но просто не хочется тоже эфир своими вот этими вот, ну, как бы загружать. Потому что, ну, может быть, у меня не так все плохо. Может, я, наоборот, слишком хорошо о себе думаю, о своем состоянии. Давай так, смотри. Все, что происходит с любым человеком, это сейчас всем объясняю, да? Есть люди, которые не выходят в эфир, им страшно. Или они не хотят делиться, или про них, они не хотят, чтобы про них кто-то узнал, да? И что бы с тобой ни происходило, когда ты выходишь в эфир, и у тебя все хорошо, это тоже хорошо. Это тоже кому-то надо, да? Ты своей историей, как бы сама ты лишнее подтверждение даешь, помогает это или не помогает. В апреле была, и почему-то самооценка все равно еще из-за чего-то у тебя, вот как-то ты себя, ну, давай так, я тебе просто рекомендацию, выводи себя на первый план всегда, ладно? Хорошо. Вот прям до абсурда, везде, куда бы ты ни приходила, ты садишься на переднее сиденье, вперед и рядом, вот на самое... Я понимаю, да? О чем вы говорите, да, у меня есть такое, да. Ты всегда сзади. Да. Это вот, ну, это по переписке я тебе говорю. Я, честно, я не помню, что было в апреле, но это вот по переписке. То есть ты всегда почему-то вот в конце где-то. В апреле у меня был очень сильный выход. Я так проработалась с вами. Я так благодарна. Но сейчас, видимо, вот в силу того, что столько времени прошло, всякий раз, когда я попадаю на ваш эфир, у меня все время слезы. Ну, потому что я не выполняю те задания, которые вы нам давали на тренинге. Я не ставлю себе защиту, и, видимо, я ловлю вот этот негатив. Ну, часто приходится, ну, не так часто, конечно, но там встречаешься с такими людьми, когда приходится тебе там, ну, и ругаться всякое. Поэтому, ну, мы просто не защищены, я думаю, что в жизни так повседневной. Поэтому... Я стараюсь очень часто попасть на ваш эфир, потому что они мне очень много дают на самом деле. Я прям с каждым разом прям чувствую, что я очищаюсь, и у меня это все выходит вот с, как бы, ну, со слезами. Здорово. Вам за это большое спасибо, огромное просто. У вас такая работа с людьми. Дай Аллах вам счастья, здоровья, спасибо. Вашей семье, вашим деткам. Очень благодарна. Спасибо тебе. Будет отдельный онлайн-марафон, или как там, марафон, не марафон. Это для тех, кто не выполняет задания, да? То есть там будет администратор, который у тебя будет дрючить каждый день. Написала письмо прощения. Ну, то есть ты будешь отчитываться. То есть это для тех, кто вот, ну вот, чтобы незавершенности у тебя не висели, ты будешь это в группе, там со всеми это будет онлайн происходить. Я думаю, так будет намного легче. Это все выполнить. Какие изменения у тебя в жизни? Давай тогда похвастайся. В жизни? Вот с апреля месяца твоего посещения и по сегодняшний день, что изменилось? Вот видимого там, доходы, работа, отношения с мамой, ну, с папой. Ну, в материальном плане, да, тоже было. Ну, в лучшую сторону, конечно. И самое главное, в эмоциональном плане я стала намного спокойнее и
Ну, я просто на все стала смотреть, как сказать, с пониманием, что ли. Если у людей есть какие-то проблемы, то я уже не стараюсь с ними там ругаться или еще что-то. Я просто пытаюсь, может, понять их как-то, почему люди себя так ведут. И я просто очень близко раньше воспринимала все, вот каждую там ругань или еще что-то, чуть ли не как вот, как, знаете, пропускная система. Сейчас у меня такого нет. Я очень спокойная стала с того момента. И у меня, у мужа стали тоже, ну, такие изменения очень сильные, кстати, благодаря вам. Потому что У он него что ходил изменилось? не на тренинг, а он ходил к вам на индивидуальной сессии. Несколько раз причем. У него сдвиги очень хорошие тоже. Супер. Вот. Ну и как бы в материальном плане тоже у нас хорошие такие изменения. Я рад за Вот. вас. Но говорить уже о чем, если я пришла к вам во второй день на тренинг, мы продали машину, которую мы не могли продать год. Ну, как бы вот даже начнем с этого. Просто я считаю, что вот эта вот наша, наверное, оболочка, вот, ну, как ее называют, да, вот, когда человек загрязнен вот этими внешними факторами воздействия, когда он пробит, вот наша аура, все, то мы и притягиваем все плохое в жизни, и мы даже не можем избавиться от каких-то вещей, вот, например, мы не могли там продать долгое время, да, там, автомобиль, там, ну, а после вашего тренинга и муж, когда приходил к вам на индивидуальной сессии, просто само по себе все получается, все складывается. Я считаю, что из-за вот этих проработок, то, что вот на самом деле удалось высвободиться от этого всего негатива, я так считаю, вот эти блоки вот бесконечные, мы же сами это все создаем в своей голове и, естественно, окружаем себя потом этими вещами и этим всем. Вот, и, ну, все классно, спасибо. Здорово. Конечно, хотелось бы еще к вам попасть, но я надеюсь, что Приходи, ты же скоро. можешь на наполнение Да, приходить, приходи. конечно. Да. Это что, я тебя жду 14-го, по-моему, Угу. или Вы хорошо 16-го, что это выглядите, такое? Игорь. Спасибо, я стараюсь. Это, может, фильтр, то, не знаю, но, в общем, стараюсь я, конечно, Да. себя поддерживать. Я недавно с одноклассниками встретился, что-то, блин, я на них посмотрел. Я не знаю, может, я тоже так выгляжу, но Я я понял, видела, что я уже не нет, мальчик. нет, нет, нет. От вас, вот знаете, прям такая энергетика хорошая. Ну, я ничего не хочу сказать про ваших друзей, но вы прям такой холеный по сравнению с ними. Я видела это фото, и я часто за вами, ну, наблюдаю, все время стараюсь участвовать там в ваших вот прямых Спасибо. эфирах. Стараюсь там комментарии писать какие-то от себя тоже. Ну, то, что я чувствую, то, что я прошла. Мне просто так же хочется, чтобы люди, которые сейчас, вот, ну, например, зашли там к вам только, чтобы они на самом деле поняли, что они могут очень много получить от этих сессий, от тренинга, как я. Просто вы действительно меняете жизнь к лучшему. Это не просто не громкие слова, это факт. Я просто такой человек, который, ну, наверное, многие заметили, что даже по моей переписке, что я очень скромный человек сама по себе. Но сейчас мне вот прям хочется донести до людей, чтобы, ну, как можно больше людей получили от вас помощь, такую профессиональную. Вот. Что сказать? Море Спасибо. благодарности вам. Я тебе благодарен за такой отзыв. Прям приятно. Честно сижу и слушаю. Прям очень Но приятно. вы стоите на намного больших отзывов. Спасибо. Я просто немножко еще и как бы стесняюсь тоже. Ну вот первый раз так попала, как бы вышла в эфир. Вот, просто хочется донести до людей, что вот все время, ну, какие-то слезы. У меня такой выход хороший. И нужно просто людям слушать вас, что вы говорите, дышать, правильно дышать, расслабиться полностью. И я просто хочу также поделиться, что я когда первый раз пришла к вам на тренинг, у меня буквально, ну вот, с первых 10-15 минут начался выход мощный. У меня просто слезы вот так лились, как вот, я не знаю, как градом. И рядом со мной сидел парень незнакомый.
И когда мы там вместе вдвоем стали реветь просто в четыре ручья, я просто, ну, я думала, может, это я настолько такая эмоциональная, что у меня вот, ну, настолько всего, да, собралось вот за все эти годы, да. Но когда я увидела этого парня, как он плачет, ну, просто вы там всех так пробили, что, ну, это не передать вообще. Поэтому мне хочется, чтобы вы помогли как можно большему количеству людей, потому что это того стоит, действительно. Спасибо. Угу. Ну, вот это ты прям круто, очень приятно, честно. Я... Ну, это, знаете, это вот ваш труд, это действительно, это ни с чем не сравним. Потому что, ну, я такое первый раз в жизни испытала, когда пришла к вам именно на тренинг. И когда ваша помощница сказала, что лучше будет прийти на тренинг, это не реклама, ничего. Я абсолютно независимый человек, и я к вам попала так же случайно, как и многие-многие к вам пришедшие люди. Вот. И то, что я там прочувствовала, я думаю, что это стоило того. Поэтому... Но я хочу еще снова и снова к вам приходить. Приходи. Я надеюсь. Приходи, я буду рад очень. Я тоже, я очень рада сейчас вас даже увидеть вот в прямом эфире. Спасибо вам. Спасибо. Я про машину вспомнил, ты говорила, что продали. Да, это на второй день мы продали. Да, да, ты в воскресенье пришла. Целый год не могли ее продать. Ну, это, ну просто вот, и даже вот по сегодняшний день все вот машалат, вот этот фу, все само легко. По себе. Да. Ну, вот так же, вот, знаете, как бы нет таких вот затруднений, как раньше. Вот, а почему не получается? Вот бывает же такое что-то, вы знаете, как будто да, что-то да. мешает. Вот эти блоки, они вот наши внутренние, да, то, что мы вот в себе это все держим, негатив, на кого-то злимся там, еще что-то. И, видимо, вы когда вот счищаете с нас вот это все, вот слой за слоем, когда вот мы это все прорабатываем у вас на тренинге, я думаю, что у каждого человека, вот, ну, как говорится, вот как открывается, вот все пути, все дороги открываются на самом деле. Это не какое-то голословное заявление, это факт. Я просто на себе это прочувствовала, и также и мой муж тоже. Поэтому